платформе номер 5, левая сторона. Нумерация вагона начинается с головного состава. Уважаемые пассажиры, согласно правилам оказания услуг по перевозке пассажиров на железнодорожном транспорте, пассажиры... Уважаемые пассажиры, продолжается посадка. Поезд номер 769. Сапсан. Четвертый вагон и 32-й крест. Отправление в приятного встретить. The boarding is complete. The train is now departing. The next stop is Бологвея. Если ты бы не поверил вчера, ты же понимаешь, да, за счет которого ждать, я не могу бы Ничего, я еще столько походу, так. Я понимаю, что я в этот город еду. Дамы и господа, просим приготовить для проверки билеты и прослушать необходимую информацию. В пути следования вы сможете воспользоваться услугами бистро, бортового мини-офиса, приобрести железнодорожные и авиабилеты, оформить дорожную карту, заказать такси, арендовать автомобиль, приобрести билеты на экскурсии, а также продукцию, представленную в каталоге Сапсан Шоп за наличный или безналичный расчет. Для обслуживания на местах, для проезда к вашим услугам передвижные мобильные бары. Обращаем ваше внимание, что курение, в том числе электронных сигарет, в поезде не допускается. Употребление алкогольных напитков разрешается в вагонах бистро, а также в вагонах первого и бизнес-класса, при условии приобретения на борту. По любому интересующему вас вопросу в пути следования, вы можете обратиться к работнику поездного персонала или начальнику поезда, которые позаботятся о вашем комфорте на протяжении всего рейса. Для обеспечения вашей безопасности поезд сопровождается сотрудниками охраны. В вагонах поезда ведет
ведется скрытое видеонаблюдение. Уважаемые родители, убедительно просим вас соблюдать правила безопасности на железной дороге. Не оставляйте детей без присмотра, держите их за руку или на руках. Снимайте наушники и капюшон вблизи путей. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Будьте внимательны, находясь на объектах железнодорожного транспорта. Берегите свою жизнь и жизнь окружающих, особенно детей. Просим вас уважать покой окружающих, перевести мобильные телефоны в беззвучный режим. Для комфорта в пути у работников поездной бригады вы можете приобрести комплекты для сна. Благодарим за понимание, приятной поездки. Уважаемые пассажиры, 2017 год объявлен в Российской Федерации годом экологии. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» бережно относится к природе, постоянно применяя экологичные технологии и разработки, уменьшая влияние на окружающую среду. Поезда в сравнении с другими видами транспорта в наименьшей степени загрязняют воздух, почву и водные ресурсы. Выбирайте поезд чаще. Путешествуя с нами, вы делаете окружающий мир чище. Уважаемые пассажиры, с учетом сохраняющейся угрозы проведения диверсионно-террористических актов на транспорте, просим вас обращать внимание на оставленные сумки, пакеты и прочие бесхозные предметы. Не проверять содержимое таких предметов, не трогать и не перемещать их. Об их обнаружении незамедлительно сообщать работникам поездной или локомотивной бригады. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, please prepare your tickets for validation and pay attention to the following important information. Throughout the trip, you're welcome to visit the bistro, as well as make use of the onboard mini office, purchase railway and airline tickets, acquire a travel card, order a taxi, rent a car, buy tickets for sightseeing tours, and also a range of products displayed in the catalog Sapsan Shop. Payments can be made in cash or by credit card. There are also mobile bars at your service throughout the journey. Please be advised that smoking and use of electronic cigarettes is not permitted aboard this train. Consumption of alcoholic beverages is permitted in bistro cars as well as in business and first class cars, on condition that these beverages were purchased aboard this train. If you have any questions during the trip, you're welcome to approach the train staff or the train manager, who will do their best to ensure your comfort throughout the entire journey. For your safety, this train is accompanied by security officers. CCTV cameras are operating in the cars of our train. Dear parents, we kindly ask you to follow safety rules on the railway. Do not leave children unattended. Hold them by the hand or in your arms. Remove headphones and hoods near the tracks, as they can prevent you from noticing an approaching train. Be careful while you're at the railway transport facilities. Take care of your life and the lives of others, especially children. Please respect the comfort of others and turn your mobile devices to a silent mode. To make your journey more pleasant, you can purchase a sleeping kit from the train crew. Thank you. Ну, вот,
去了啊。比了。
Вон ты, Анас, кем до вчера. Dear passengers, the boarding of the high speed train number